Всем привет, меня зовут Виктор, и это Horizon Zero Dawn. Продолжаем прохождение. Так, а чё я вчера на чём-то остановился? А, я вчера типа пытался найти топливный элемент, да? И как у меня это получилось? И у меня это получалось как-то не очень. Вообще не очень получалось найти топливный элемент, поэтому этой херню я страдать сегодня не буду. Надеюсь, где-то по дороге, то есть встречая всяких вот этих вот дуголобов, потом там еще каких-то там вот этих вот, да, я его смогу все-таки выбить. Так, ладно, сейчас мы пойдем к каменному цветку, потом залезем на вот этого дикобраза и отхерачим вот этот лагерь бандёсов. Так, у меня есть зелка. Так, стрелы. Давай мы вас сделаем. На всякий случай, да? Так. Сделаем. Так, у вас у меня. Так, а куда? Куда я, как всегда, бегу? Как всегда, в какую-то... Так, мне надо, знаешь, что сделать? Мне надо... предметы. Мне надо предметы экипировать по-другому. Так, тебя мне надо... На тройку поставить. Так, ты у меня фиольный, будешь на единичке. Сейчас посмотрим. На единичке все... А, нет, ты на двойке, да, получаешься у меня? Не, мне тебя надо на единичку поставить. Мне тебя надо поставить на единичку. Так, подожди. Чё я брежу? На единичке у меня фиольный стоит. Да, мне надо тебя на двойку поставить. Так. О, теперь нормас, теперь нормас. Блин, опять эти птички хищные. Хышный птиц. Хищ... Может пригодиться. Да, конечно, может, ептать. С такой... Ой, подожди. С такой системой уклонения, как здесь. Элой, нам все может пригодиться. Ну, в принципе, здесь проход через город показывает. Хотя какой-то город, это просто крепость какая-то, скорее всего, да? Здесь просто какая-то крепость. Охотничья стрела, а это с жестким наконечником. Но это надо на эту, на мелких каких-то тварей с ней охотиться. На всяких сусликов, да на лисиц. Еще один сигнал. На вот этих, да. Сигнал чего? Эллой. Сигнал чего? Где? Какой сиг... Свежательно. Да, вообще, прям. Хоть сейчас в рот. А вот он этот. Я приближаюсь к источнику сигнала. Какого, ёпты, сигнала? Надо добраться до головы длинношея.
Ну, я так-то сюда и бегу, вообще-то. Дело сделано. Они больше никого не убили. Кто они? А, стой, на меня вот, да, блядь. Стой, надо мне все-таки, я уже задолбался на настройку переключить этих клавиш. Потому что прям я не могу. На Ctrl я привык, что приседать она должна. Она скачет на Ctrl. На... Пусть на Alt скачет лучше. Так, где ты тут Ctrl? Меню, бой, игра. Вы используете... Да, я знаю, что я нестандартно. Так, перекат, замедлить машину. Так, перекат. А, вот, изменить назначение. Ctrl. Вот так, а вот сюда. Ты будешь Ctrl, да, потому что я... прыжок, дополнительный прыжок. Да не надо мне никаких... дополнительных. Во, нормально. Может, там как-то на альт ловчее. Подожди, а это, по-моему, же этот, да, должен быть? От огня, который страдает очень сильно. Как-то вот поинтереснее уже. Все отлично. Сгорел. Так, а как? Откуда мне на тебя запрыгивать-то? Ты какого хера переключила стрелы? Ну, блядь, такую махину завалили и всего сотку опыта дали. Мне интересно прям.
Не прям не это. Ну ладно. Главное, что завалили. Потратили, конечно, до хера всяких лечилок. Ну, как бы мало того, что я лечилок потратил херову гору на этого урода. Скоро мне это понадобится. Так еще и это. Цветок где-то там, да? Так, а отсюда я могу запрыгнуть? Ну что еще? Я могу только оттуда вас запрыгнуть, да? Понятно. Окей. Окей. Опа. Так, ты отходи. Ты отходи. От тебя надо. Так, где там? Должен успеть. Должен успеть, должен успеть. Да, блядь. Так, и... Ху! Маленько неправильно рассчитал время. Отлично. Медные руины. Хорошо. Так, карта. Вот она.
карта вся. Так, а цветок я так и не нашел, да? Так, давай-ка мы сейчас, знаешь, что сделаем? Типа... Где, блин, это? Где он тут может быть-то, цветок? Рыскарь. О! Я не в ту сторону, малость, это... И меня затоптали. Не в ту сторону спрыгнул. Спрыгнул не в ту сторону. Так, это чё? Длинношея я всё изучил. Изучил, да? Мне один хер надо до цветка добраться. Так, костерочек какой-то, да? О, это эти ходят. Которые мне-то как раз и нужны. Долгоноги. Я еще могу обратить все в свою пользу. Блин, еще коршун этот подтянулся. Охеренно вообще. Всех собрал, блядь. Всех кучу собрал. Так, коршун.
Что? Каково тебе? Каково тебе, тварина на земле? А? А ты там, мразота, куда свалил? Иди сюда. Свиноматка, блядь. Драная. На нахер. Твой шоколадный глаз получи. На. На. Привет. Привет чему? Мне топливный элемент нужен, ёптать. Привет, блин. Так, ладно, давай мы сейчас до костра добежим, сохранимся. Сперва сохранимся возле костра и предпримем следующую попытку, чтобы добраться до цветка. Так, он у нас... Свет знак. Блин, мне так неохота с вами просто, блядь. Ну, то есть вы прям настаиваете, да, чтоб я с вами тут повозился? Чтоб я вас тут попереубивал, да? Вы настаиваете. Ну окей, ребята. Опа!
Фу, твари какие, блядь, приставучие-то. Стопэ. Раз, два, три, четыре. Я там четверых перебудоражил, всполошил. Хер их знает, что там с ними произошло. Там же где-то есть же и покоцанный этот. Щелкозуб, о. Крокодил, блядь, по-нашему. Там же есть где-то и покоцанный. Так, ну у нас рассвет, да? Рассвет. Мне просто неохота сделку тратить. На 100%, которая... Так, а вы что там? Отрегенились? А, это этот. Это нужно было сделать. Это этот. На меня посмотри. Глазиком своим. Эй. Так. Блин, ну ты показываешь цветок, что ты где-то там. Но где? Тут форели, разные крокодилы. Да блях. Так, тут два крокодила ходят. Так, а я могу про... А, ну мне, если, в принципе, вот так только обойти, с той стороны зайти и попытаться, да? Или вот так обойти? Так, давай мы тогда сейчас... Не будем... страдать. Не будем страдать, мы сейчас оббежим. Отлично. Еще и птички подтянулись. Так, что тут? Умелый оружейник. Изготавливать боеприпасы. На 20% увеличивает. Противнику еще труднее заметить. Мне бы, конечно, что-нибудь на атаку. Повышенный урон при минимальном здоровье, да? Повышенный урон. Так.
Ну, на урон, давай тогда мы тебя и возьмем. Когда здоровье. Блин. Отвали, а. Ладно, Козлевич. Сам напросился. Сам напросился, Козлевич. Маленько, да, там тебе? Тебе маленько осталось дожить там. Что за дебил, блин? Вот уселся на камень и сидел. Не сидел бы сейчас бы. Летал бы там к своим птенчикам. Я не знаю, есть у него там птенчики или нет. Ты мне пригодишься. Ну, на таком расстоянии она ничего не сканирует. Не видно там цветков, ни хера не видно. Никогда не знаешь, когда пригодится. Так, сколько... А, вот, теперь мне сюда надо. Это я беру дорогу. Бизон. Зоны они как бы не это, не очень-то сильные. В него главное попасть, да? Как он меня за корягой-то видит?
блять, вот им. Обязательно надо попастись возле этого убитого, да? Тут в другом месте-то негде пастись. Конечно. Где тут еще пастись, это как не в этом? Не здесь. Вани дает концерт. Или Вани. Ваня дает концерт. Это я приберегу. Дебил, что ли, блин? А? Я спрашиваю, ты дебил? Чё хотел-то? Чё напал-то? Опа, я же где-то возле цветочка тут должен быть, да? Ну да, почти. Почти возле цветочка. А вон он, все, я вижу его. Все, нашел. Да. Иногда прямой путь до цели не всегда самый короткий, да? Или эффективный. Ничего не видел, что она там сделала, но каким-то образом она его умотала. Пока была ослеплена, она этому Ихтиандру дала звездюлей. Уже какой-то стоит. Жу. Че, подойдешь поближе? На атаку копья подойдешь, нет? Ты же не боишься меня, да? Нет. Нет, ни в коем случае. С чего ты вдруг так решила?
чудо ты в перьях. Сорян. Так, все, я здесь, блин. Так, а ты кто? Конь в пальто. В голову у тебя кончим? Опа. А, да, кончили. Я думал, нет. Так, давай, где тут кто еще? Так, это бойцы, 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 бойцы. Мне знаешь, что непонятно? Почему третьего уровня они такие жесткие? Я, по сути, третьего уровня должен копьем просто убивать. С одной тычки. Они поставили сигнальное устройство. Нельзя их к нему подпустить. Угу. Вот только что. Так, тут всех по стелсу, да, если. Тут 3, 4, 5, там, блядь. Никого не открыть. Ну тогда подходи. Блять, они тревогу запустили, да? Ладно, так даже интереснее будет.
Так, что у нас тут? Один остался, да? Один вон тот остался. А, нет, вон еще два там есть. А, вон еще бегут, ёптать, я думал уже всех у вас тут, видать не всех, да? Блин, думал прикончила ее. Так, ладно, окей. Так, еще там есть. А, нашел? Че ты там нашел? Че ты там нашел? Блять, сколько у вас тут еще козлов-то? Козлов, козлов, козлевичей. Да ладно. Бухнем, бухнем, бухнем. Не попал. Готовься, стоп. Что, все ли еще есть? Все. Фух, ну, по стелсу я не умею. Точнее, это долго. Это сколько бы я сейчас их всех бы тут по стелсу убивал? Полчаса? А так, и в принципе, пальцы размял и... Сам малость размялся, да? Лагерек освободили. Так, вы у меня тут лут, наверное, весь уже собрали, да, козлы? Козлы козлевичи. Нет? Солнце будет угодно, а Влад спасет дом солнца от сумрака, который нас завел его отец. Ага. Вот он даже как, да? А, это ловушка. Он бы не поверил, если не видел. О, машина висит. Как будто типа для нее на это. Пожрать. Сожрать собираются. Слушай, мне кажется, я так много здесь поубивал. А сейчас все. Ни с кого лут недоступен, блин. Всех эти гады облутали, да? Или я всех, что ли? Или я, что ли, всех успел облутать? Ну, это фигня полная. И... Да никто не убил, она живая. Я это не унесу. Так, а что ты там не унесешь? А, ловушка. Ладно, хер с тобой. Можно не уносить, не переживай. Так. А, нет, вот этот. Все лутовые лежат. Я думал, исчез лут. А нет, нихера, все на месте. Оставлю на потом. Угу, подхилимся. Подхилимся. Так, а мне ж надо хотя бы эту. А, вот такую сохранялку сделать. А то мало ли там что-то. Что знать будет, да? Так, барыга. Барыга. Что?
Что ж мы с тобой, чем же мы с тобой, барыга, можем обменяться? Пилозуб, пилозуб, сердце пилозуба надо, да? Сердце пилозуба хотишь, хотишь сердце пилозуба. Так, вот это продаем. Так, стоять. Почему я... Зараза. Почему я в лук-то никакие... А это что за... Охотничий лук карха. А это карха тьмы. Стой, подожди. А, изготовление. Почему я тебя не модифицирую-то? Так, спираль поджога. Это... Повреждение брони. У тебя есть такая функция повреждения брони? Есть, да, вон, на 75. Давай возьмем. Ой! Да, блядь. Ты что, сука? Не ту все. Ячейку мне. Угу. Что-то у меня такое чувство, что я это... Что я... Не от того защиту на доспех поставил. То есть надо... От холода, наверное, было поставить. Скорее всего, надо было от холода поставить. А я поставил от... От... А я не от того поставил. Ох, не от того я поставил защиту, надо было от, да, от холода. Ну-ка, давай смотрим. Ладно, лагерь мы зачистили. Зараженная зона 20 уровня, а я уже 22 уровня, да? По сути, я могу с ними пободаться, поубодаться. Так, и тут... какие? Давай. Давай посмотрим. Ну... То, что ты, по сути, можешь с ними пободаться, это не значит, что ты пободаешься, да? Вот. Ну, проверить-то можно. Сохраниться я там не забыл. Я сохранился, поэтому сейчас мы пойдем бодаться. Так, это... Бизон. Так, это эти долгоноги, да? Раз... Аллилуйя, бляха-муха. А, подожди, они же зараженные против огнем там их, да? Опа! Стой! А я-то думал, он это... Я думал, он... Ультразвуком только херачит.
А он и огнем могёт, да? Блядь. Ну-ка, давай вот этой штукой попробуем. Все, тебе пиндарики. Блин. Я должна сменить оружие. А это что такое красное? Херачит. Куда эти-то все поубежали? Вон они, да, там прячутся. Так, а здесь что у меня тут? О-о-о! Я топливный элемент раздобыл. Так, теперь мне надо отсюда как-то грамотно щемануть будет. Искровой разрядник? Что за херня? Так, ну-ка давай. Блять, опять я. Сейчас надо привыкнуть, да? Так, а чё у меня? Я готова. Я должна быть готова. Ну да, должна. Берем. Так, ну мне надо у барыги закупаться. Мне, в общем, ага, только ты давай не падай. У барыги закупаемся. Идем. Сейчас мы закупаемся по полной. И просто их там всех сейчас нахер. Пау-пау-пау. Разматываем. По-бырому разматываем. Ну, и чё? Типа ты тут... А, вот так, да? Так, барыга, иди сюда. Так, что мне надо? Мне надо проволока, да? И вот такие тюбики. И огнежары.
штук 30 надо купить. Нормально. Так, теперь мы делаем вот эти. Делаем вот это. И... второй заход. Так, подожди. Блин. Блин, жесткие. Новый план. Yeah.
Так, сколько тут? Раз, два. Два осталось. Так, только как мне вот этого гада? Угу. Вы чё такие сыкливые-то, ёптать? А? Козлевичи. Ой, сыкливые. Эй, ты не прыгай туда. Ой, блин, сыкливые. Вот твари-то сыкливые. Либо я попасть не могу. Да? Нужно его добить. Ладно. Нет. Ты что, не можешь тут запрыгнуть, что ли? Алла. Или Элла. Аллочка, Эллочка. Блин, вот они сыкуны-то. Сыкуны, блин, сыкуны. Я чё с вами тут буду? Всю ночь носиться, да? А, это отрава, что ли, так отражается, типа это, да? Слушай, вот они. Сыкунчики-то прям. Не, ну я-то тоже очкую. Просто мне придется столько времени. Так, а какой из них поменьше?
Блять. Столько дрался и просрал. Эх. Ну, они сейчас все заново отрегенятся. Я возле костра. Ладно. Зачищать продолжим в следующей серии эту зону. Продолжим зачищать в следующей серии. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. До новых встреч.